Приветствую, друзья! Хочу поделиться с вами очень простым рецептом доступного и очень сытного завтрака, а продукты для него найдутся в каждом холодильнике. Нам понадобится яйца, 2 помидора, немного зелени, зеленый лук, кусочек сыра и полстакана молока. У помидор необходимо вырезать сердцевинку и счистить всю шкурку. Стараемся это сделать как можно тоньше. Далее помидор будет необходимо нарезать очень тонкими дольками. На раскаленной сковороде в растительном масле обжариваем сначала помидоры. Далее мелко нарезаем зеленый лук, добавляем к помидорам. Все хорошо протушим, а пока займемся яичной смесью. Яйца взбиваем в мисочку, к ним добавляем соль, перец по вкусу, перемешиваем. Теперь вливаем полстакана молока, все хорошо взбиваем. Полученной яичной смесью заливаем помидоры с луком, посыпаем обильно сыром тертым и добавляем немного любимой зелени. Данное блюдо отлично сочетается с свежими хлебными тостами и с чашечкой утреннего ароматного кофе. Завтрак получается очень вкусный и сытный и дает нам заряд энергии на целый день. Я желаю всем отличного дня. Подписывайтесь на мой канал. Давайте готовить вместе, делиться своим опытом. Всем пока-пока!